Фитнес-клуб «Титаниум» возле метро «Южная» предлагает своим посетителям разнообразные виды услуг по созданию совершенного образа здорового и успешного человека. Формирование правильных привычек, ведущих к красоте, помогают осуществить персональные тренеры клуба «Титаниум». Первые шаги на пути к желаемому результату делаются здесь, в тренажерном зале. Опытные инструкторы дают полезные советы о том, как правильно выполнять упражнения на различные группы мышц. Персональные тренировки в тренажерном зале разрабатываются с учетом типа телосложения, целей и пожеланий спортсмена, режима тренировок и отдыха. Тренер дает рекомендации по калорийности питания, качеству и количеству пищи. Инструктор тренажерного зала – ваш проводник в мир успеха и результата. Он составит грамотную тренировочную программу, индивидуальную, которая подходит именно вам. Он будет следить за тем, как вы посещаете персональные тренировки в тренажерном зале, как выполняете всю программу и каждое отдельное упражнение, и исправит, если что-то делается неправильно или небезопасно. Он будет изменять, корректировать персональный тренинг вслед за вашим развитием, чтобы тренировка всегда оставалась на предельно высоком уровне эффективности и результативности. Только персональный тренер тренажерного зала может позаботиться о сохранении вашего здоровья, о результатах и действительно малых сроках их достижения. Персональные тренера – это великолепная команда здесь, потому что, ну, это отдельные слова, там уважение, это, ну, однозначно, и как бы… Вот тоже разные ребята здесь тренируют, и каждый по-разному, по-своему хорош. Очень нравится этот клуб, потому что находится близко с моим домом. Во-вторых, здесь очень комфортно, он вроде и маленький, но такой уютный зал. Тренера очень приветливые, постоянно помогают, подходят, если что неправильно делаешь. Вот. Но лично меня все устраивает. Живу рядом, очень удобно. Ну, отлично, отлично здесь. Силовые нагрузки рекомендуется чередовать с аэробными. Для взрослых и детей в клубе существует спектр групповых и индивидуальных занятий. В клубе «Титаниум» вам предложат более 20 групповых направлений. Пауэрбоди, бодискульпт, интервал, лег-тренинг или школа пресса. На каждом уроке идет работа над формированием красивого и стройного силуэта, и при этом делается акцент на определенные группы мышц. Фитбол – это аэробика на мяче, она полезна как детям, так и взрослым. Фитбол минимизирует нагрузку на позвоночник и суставы. Выполняя упражнения на мяче, необходимо удерживать равновесие, благодаря чему тренируются мышцы брюшного пресса и спины. Суперфигура – так называется высокоинтенсивная силовая тренировка с использованием разного оборудования, например, степ-платформы. Это смесь спортивных движений с быстрым танцевальным ритмом. Во время такого занятия, которое продолжается в среднем около 50 минут, сжигается 500 калорий. Во время тренировки основной упор на мышцы ног, на мышцы рук и плечевого пояса, что позволяет достичь гармоничного развития тела и приобрести грацию движения. Занятия танцами очень хорошо влияют на разностороннее развитие личности ребенка. В движении под музыку снимается напряжение физическое, а также эмоциональное, снижается риск возникновения заболеваний. Занятия хип-хопом для детей прежде всего – упражнения для хорошей общей физической подготовки, расслабления, растяжка, развитие физической силы, а также гибкости. Они способствуют формированию осанки, укреплению всех мышц, улучшению подвижности суставов. Это все положительно сказывается на физическом состоянии ребенка. Данное танцевальное направление – это движения, которые исполняются под хип-хоп-музыку. Характерной чертой являются эксперименты в хореографии и импровизация. Схема обучения от простого все к более сложному. Все начинается с небольших танцевальных композиций и постановок. Дети реализовывают свои полученные знания и творчески растут. Танцы прививают ребенку соблюдение дисциплины, умение согласовывать действия и мысли, улучшают координацию. Это помогает направить энергию, которая находится в ребенке, в нужное русло. Он станет общительным и раскрепощенным. Движения для детей точно такие же, как для взрослых. Ребенок, который будет увлечен и делать успехи в обучении, обязательно захочет развиваться дальше и демонстрировать свое умение друзьям. Воспитание танцами – правильное воспитание. Дети идут в клуб «Титаниум» вслед за родителями. Что может быть лучше? Потому что мой папа здесь сюда ходит, ему очень нравится, он мне сюда записал. У меня мама, папа сюда ходят, почти вся семья. И мама, папа говорят то, что им нравится. Для детей и взрослых очень полезны занятия йогой. Фитнес-йога является одним из наиболее популярных направлений в наши дни.
В отличие от фитнеса, йога подходит больше для людей, которые любят спокойный и размеренный образ жизни. Асаны даются, начиная с самых простых, постепенно подготавливая человека к более сложным. Большое внимание уделяется технике дыхания, медитация позволяет расслабиться. В результате занятий человек не только укрепляет свое здоровье, но и совершенствуется духовно. Некоторым может показаться, что отсутствие интенсивности, как в фитнесе, не может дать нужных результатов. В фитнес-йоге основной акцент идет на статичность. Здесь нет больших силовых нагрузок, но именно благодаря статичности человек приходит к тому же, что и в обычном фитнесе. Но делает это в том темпе, который близок ему. Каждая проблемная зона тела прорабатывается отдельно. Таким образом, фитнес-йога – это баланс между телом и разумом, возможность обрести отличную физическую форму, развить концентрацию, избежать травм, улучшить душевное состояние, повысить свою самооценку и сопротивляемость стрессам. Благодаря фитнес-йоге восстанавливается подвижность суставов, улучшается осанка, восстанавливается эластичность и сократимость мышц, снижается вес. Это первый шаг для тех, кто хочет войти в мир йоги и начать развиваться духовно. Бодискульпт. Эта техника сейчас особенно популярна среди звезд шоу-бизнеса, так как направлена на совершенствование конкретных зон тела, которые необходимо привести в порядок. Бодискульпт представляет собой интервальную силовую тренировку, не создающую чрезмерных нагрузок на организм. Во время занятий идет тщательная проработка основных проблемных зон и, как следствие, формирование стройного женского силуэта. Всего через месяц подобных тренировок неизменно ощущается существенный прилив сил, легкость и подтянутость тела, к которой каждая женщина стремится. Совершенству нет предела, но техника бодискульпт в клубе «Титаниум» на Южной приблизит к нему без особых усилий. В клубе «Титаниум» есть возможность взять уроки по боксу или тхэквондо. Единоборствами с удовольствием занимаются не только дети и мужчины, но и женщины. Тхэквондо – вид боевого искусства, не знающий равных по мощности и эффективности техники. Составляющие этого искусства – дисциплина, техника и дух – являются средствами развития у занимающихся чувства справедливости, твердости, гуманизма и целеустремленности. Именно духовная культура отличает истинного мастера от дилетанта, совершенствующего только технические аспекты боевого искусства. Понятие тхэквондо включает также образ мышления и жизни, проявляющийся в частности во владении капля за каплей высокой морали, концепции и духом самодисциплины. Тхэквондо – это почти что культ. Тхэквондо позволяет слабому получить мощное оружие, овладеть уверенностью в себе для того, чтобы быть в состоянии защитить себя и других. Занятия боксом также полезны для всего организма. Тренер готов показать основной удар, которому можно научиться в течение 3 месяцев тренировок. Ребята, занимающиеся в секции карате клуба «Титаниум», на каждом празднике почетные гости. После отработки ударов они показывают хорошую технику. Зрители их показательное выступление восхищают. Что может быть лучшим завершением тренировки? Конечно же, это качественный массаж, выполненный настоящим профессионалом. Массажист-остеопат клуба «Титаниум» имеет многолетний опыт работы и сертификат международного уровня. К массажисту следует обязательно обратиться, если волнуют неприятные ощущения в пояснице, верхней части спины, шейно-воротниковой зоне. Уже после первого сеанса часть проблем бесследно исчезнет, останется лишь ощущение легкости и обновленности. Сам принцип остеопатии основывается на том, что мы убираем напряжение, мы не ставим диагноз. Мы убираем напряжение с тела человека, из его организма. Сама техника исполнения остеопатии, она мягкая, не приносит вреда, не травмоопасна, травмировать человека невозможно никак. В кабинете массажа есть широкий спектр СПА-процедур. В работе массажисты используют натуральные гипоаллергенные антистрессовые масла, которые добавят релаксирующий эффект. Предлагается на выбор множество различных техник выполнения массажа, среди которых вы обязательно сможете подобрать наиболее оптимальный для себя вариант. Обязательно следует попробовать лимфодренажный массаж. Он полезен даже тем, у кого нет проблем с лишним весом. Вы можете заказать в фитнес-клубе «Титаниум» на Южной профилактический массаж, антицеллюлитный, общеоздоровительный, спортивный, массаж для коррекции фигуры, медовый и мыльный, отдельно для спины и проблемных зон. За 15 сеансов эффект от массажа будет заметен не только вам, но и окружающим, а самочувствие и позитивное настроение усилит положительное воздействие.
пилинг, шоколадные водоросли в обертывании, а также целый ряд других приятных и полезных процедур станут успешным завершением вашей тренировки. Вы будете чувствовать себя отдохнувшими. Очень понравилось, всем рекомендую. После тренировки вы чувствуете легкую усталость и напряжение в мышцах. Расслаблению мышц поможет посещение турецкой парной хамама. Всего 10-15 минут, проведенных в хамаме, помогут снять напряжение и быстрее восстановиться после тренировки. Турецкая парная хамам – это парная с высокой влажностью и большим количеством пара. Температурный режим в пределах 35-55 градусов. Дополнительно в хамаме вы можете заказать спа-процедуры, такие как мыльный пилинг и мыльный массаж. Профессиональный банщик-массажист поможет вам расслабиться, очистить кожу, восстановить силы после тренировок или рабочего дня. Сауна – одна из множества разнообразных парных. Посещение саун поможет избавиться от напряжения. Сауна способствует повышению микроциркуляции крови, за счет чего восстанавливается мышечный тонус после тренировочного процесса. Это помогает расслабиться, и боль от напряжения проходит. Организм очищается, повышается тонус кожи. После усиленной работы над собой, мышцы прокачаны, лишнее убрали, в сауне можно хорошо отдохнуть. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. В фитнес-клубе «Титаниум» кабинет ногтевого сервиса предлагает вам полный спектр услуг по уходу за кожей и ногтями рук и ног. Преимуществом сервиса является безусловное соблюдение всех санитарно-гигиенических норм, использование сертифицированных материалов высокого качества CND и правильный подбор необходимых процедур. Мастер кабинета ногтевого сервиса фитнес-клуба «Титаниум» имеет художественное образование и постоянно посещает курсы повышения квалификации, различные семинары и тренинги. Виды маникюра, которыми вы можете воспользоваться – классический, европейский, японский, горячий и бразильский. После первой же процедуры бразильского маникюра, который включает в себя уход за кожей рук с помощью перчаток, виден потрясающий результат – руки становятся нежными и бархатными. Такой вид маникюра помогает защитить ногти от расслоения. Особенно полезен в холодное время года. Мастер использует в работе стойкие профессиональные материалы и лаки, которые держатся на ногтях продолжительное время. К вашим услугам разнообразный дизайн ногтей – аквариумный, жидкие камни, литье, художественная роспись, украшения стразами. Ваша красота – это драгоценность, а уход за ней – ювелирная работа, и с ней успешно справляются мастера фитнес-клуба «Титаниум» на Южной. Меняйтесь, преображайтесь на радость себе и окружающим. Красота спасет мир, а косметолог клуба «Титаниум» спасает красоту и делает это довольно успешно. В арсенале мастера различные методы борьбы с проблемами кожи, лица и тела. Избавиться от старения, целлюлита, нежелательных волос, лишних килограммов можно легко с помощью современных технологий аппаратной косметологии. Снять стресс, усталость, мышечное напряжение, подтянуть и очистить кожу лица помогут процедуры классической косметологии, массажи лица, маски, уходы, пилинги. Квалифицированные специалисты используют современное оборудование, следят за новинками в мире красоты, что позволяет предложить вам целый ряд процедур, таких как кавитация, эллос-эпиляция, эллос-омоложение, вакуумный массаж, массаж и чистка лица, безоперационная липосакция. Практически любая антицеллюлитная программа включает предварительный лимфодренаж тела. Это позволяет вывести жидкость, расширить поры и подготовить пациента к дальнейшим процедурам. Как свидетельствуют отзывы, лимфодренаж в комплексе антицеллюлитной программы способствует заметному эффекту уже после проведения первого сеанса. За счет выведения жидкости объемы, особенно бедер и боков, уменьшаются на несколько сантиметров, делая лимфодренаж одним из самых эффективных методов, используемых для коррекции фигуры. Кроме этого, лимфодренаж тела может оказывать лечебное действие при мышечных болях в спине, способствует нормализации давления и снятию головных болей, помогает при бессоннице. Эллос-омоложение – новая технология, которая постепенно отбирает популярность у других известных методов в деле омоложения. Кстати, технология эпиляции Эллос намного эффективнее и комфортнее по сравнению с другими видами эпиляции и признана во всем мире как один из самых безопасных методов эпиляции. В каждом конкретном случае специалисты предлагают индивидуальное решение существующих косметологических проблем. С их помощью вы получите возможность наслаждаться своей красотой на протяжении максимально длительного времени.